Ну вот, видишь. А ты говорил, колбаса, колбаса. Она корм кошачий ест лучше. Денег, да? Да я же сказал уже, да. Здравствуйте. Пошли. Покормим кису. Один высыпал, второй специально не высыпал. Вон она где. Она тут не отходит от мусорки. Кисюля, иди скорее, иди. Ой, да что ты будешь делать? Давай, давай скорее, ну-ка. О-о-о. Да вы голодны, товарищ кот. Или кошечка. Правильно сделал. Что два взял. Опа. Давай еще. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Ну, я думаю, до обеда хватит тебе. Вернее, не до обеда, а до вечера уже. Два пакета сразу взял. Ничего. Да плохо. Ну, вроде не сухой, жиденький. Поставить между этими, чтобы никто больше туда ближе. Да, они все равно выкинут потом. Выкинут сразу. Они только завтра утром будут лазить. Чистить. Вот так. Угу. А я думаю, на чья же это кошечка? Да ничья. К нам подъезду прям пришла. У нас во дворе такой не было. Мы своих знаем кошечек. И вот так кричал, так около подъезда кричал. Я вышла раз, ему кинула. Мясо второй раз смотрю, все, поел и ушел. Метет нормально. Ну так. Да вот и объестся потом срывет. Кисуля, ты видал, как за тебя все переживают? Ну, приятного. Как говорится, чем мог. Ну что, дядь Вов? Пойдем. Денег дай. А? Денег дай. Пойду колбасы возьму. Денег бычки дай. Не бросай. А? Бычки не бросай. Бычки что? Не бросай. Ты что, забыл, что ли, дядь Вов? Нас уже ругали. Мусор убрали еще. Ну да ладно. Оп. А? Денег дай. Я ж котлет тебе взял за место колбасы. Колбаски надо взять. Ну возьмешь попозже. Куда она денется? Денег дай. Пойдем, Владимир Иванович. Не в деньгах счастье. Не забывай. Пошли. Про телегу не забываем, друзья. Там продолжаем. Также Инста, ВК, Одноклассники и все остальные соцсети. Все работает, все ссылочки здесь на главной. В описании, в шапке профиля. Присоединяйтесь, всем будем рады.